сражался с черногорской Сутиецкой за право продолжать борьбу в Лиге Европы. Основное время матча завершилось ничьей 1-1. С таким же счетом был сыгран первый поединок Черногории. И только в добавленное время, а точнее уже в четвертом тайме, на 111-й минуте герой поединка Николай Рындзюк оформляет дубль и приносит победу МТЗ Репо 2-1. В следующем раунде команда Юрия Пунтуса сыграет с донецким «Металлургом». Игралось очень тяжело. Команда равные соперники, высокорослые, мощные, поэтому тяжело далась победа. Немножко у меня побаливают мышцы приводящие, поэтому я 3 дня не тренировался, готовился самостоятельно. И договоренность была с тренером, что выпустит меня во втором тайме.